Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Конечно, купил. Хоть бы какой-то мод поставил, блядь, ну такое. Какой мод, ебать? Пацанский мотоцикл, ёпта. Ява, да? Какая Ява, блядь? Ява, Харли... что? Харли Дэвинсон, блядь. Не, ну Харли классный, блядь, я ставил моды, помню, когда играл в этом, в Санте, ставил... Да, у меня випка заканчивается, через 2 дня, я всё равно устрою его. Я выбрал эту. Нет, подождите. Ты подумал, что я тебе его подарю? Да не, не надо, бля. Ну ладно. Так уж и быть. Да не, не надо, спасибо. Я вообще мод таки не люблю. Упу, закатай. Ну что, ты готов получить свой подарок? Готов? Ну да, да. Готов? Вот твой подарок. Ебануться, Игорь. Охуенно. Что, реально пить? Да. Бля, ебануться, Игорь. Ты думал, я шучу? Да? Да, я думал, сейчас такой, типа, скутер на блатах. Нет, не поднял. Я почти последние деньги за него отдал. Да, чтоб тебе как подарок сделать. Так, сейчас, пай. 142.50. Давай, раз, два, три. Ну ты точно не ожидал. Да, бля. Я еще думал, бля, думаю, точно не бизнес, потому что я сегодня тут закупался в магазине в этом 24/7. Смотрю, его купили, да. Я тоже, я хотел его купить, сука, а его купили. Я такой думаю. Такой думаешь, блядь, сука, не купи. Охуеющий, блядь. Раз 60, так раз 60. У нас проблемы. Полчаса, да, что ли? Нет, хуже. А чё? Его только за лям можно продать. А у меня нету лям. Поехали. Ой, садись, садись. Дядя байкер, блядь, со своим... У тебя прав нету. Иш-планета, блядь. Сам ты иш-планета. Почему всегда не все как у людей, блядь? Я специально подождал час, блядь. И пиздец. Ты сейчас ждал? Да. Ну как ждал, я вышел с игры и всё. Не, ну бля, я понял, ну. Пиздец, сука, я думал, можно за 500 тысяч продать. Блядь. Сейчас эти деньги проебил. Это да, точно. Ой, блядь. А люблю делать подарки, блядь. Сука. Всегда все через жопу, блядь. Вот именно я ружу, я понимаю, что это так и будет. Это край, да, типа? 5.4, так, где? А, стой. Бля, я заблудился, где они там стоят? Блять, сука. А вот. Блять. Я 500 тысяч получается. Пью-пью. Сам такой. Привет, сам такой. Насколько ты муки? Бабанк. Натуре. Да. А ну я ему 50 тысяч кину. Отказался. Да нахуй ты тогда пришел играть, я болю. На натуре. Блять, застрял. А, они друг другу походу. А не. Хуй пойми, что они делают, короче. Да я вообще без понятия. Я в шоке. Пришли, поднялись, уебались. Блядь, туда. Блядь, ебаный в рот. Даже уйти красиво не смогли, сука. Я смотрю, четверка упала. Смотри, ты молчишь, думаю, что за хуйня, думаю, бля, вроде выиграл, что ты молчишь. 970 тысяч.
А, сейчас тебе листички, ну еще. Сейчас, два, три, три. Чего, я еще уходил в конце, понял, чувак мне этот подкинул. 300 тысяч, я такой, да не, ну нахер. Да ну да. Вот так это делается, пацаны. Блять, я же говорил, что это будет изи, а ты, блядь, сольё, блядь. Я тебя мотивировал. Охуенная мотивация, типа. Да-да. Говорю, ты же шел туда 10 минут, ну, а. Типа, монтировать видос, а я пошел видос снимать, как я бизнес покупаю. Сука, пиздец, ты шустрый, я говорю. Да поехал, дядя. Да нет, вон, блядь. А, блядь. Сейчас бы не помните, где твой будущий бизнес. Я так рефлекторно до дома поехал сразу. Сука, я хотел все-таки 2 часа на 7 купить, блин. Но какой-то неадекватный чувак. Стой, блядь, испортил. Подожди, может ты его сейчас в гос сольешь? Будет 1.5 ляма и купим что-то поинтереснее. Полтора ляма никак не будет. А за сколько ты его сольешь в гос? Где-то... я не знаю. Да бери уже, что дают, заебал. Подожди, я просто думал, что мы, блядь, зря. Ты ничего тут не купишь. Сколько? Тут ничего сколько не купишь. Год? Лям. А сколько будет его гостей? 1600, да? 1600, да. Ну, блядь, это, блядь, почти 2 ты ляма. Ты тут ничего не купишь за эти деньги, я тебе говорю. Погоди, давай подумаем. Ну, серьезно, блядь. Не, я понимаю, подарок всех у меня, сочту за подарок бабки, блядь, в натуре. Давай подумаем еще, может какой-то оптимальный вариант есть. Не, ну типа охуенно, что бизнес выйдет дома. Понимаешь, во-первых, в Арзамасе не выгодно. Это самый дешевый бизнес, тут все выкуплены другие. Там только 2 миллионов есть, по гос. Думаешь, я не искал? Нет, в принципе 2 миллиона этому нужно. Переслевай эту пунктуру. Нет. Хуя ты ломаешься, блядь? Ладно, все, оставлю себе, пусть банят ему нахуй. Ты трез даже не видел, блядь. Заебал. Да сейчас, я просто думаю, блядь, ну как выгоднее, знаешь, мы и так, блядь, сколько проебаем денег, а так налево. Чего мы проебаем? Я тут буду кушать. Не, ну охуенно. Я же тебе говорю, охуенный интерьер. Там еще на кухню можно зайти, смотри, ебать. Можно. Сейчас там что, один скрыт? Сейчас заструт в комментариях. Что? Я тебя сейчас засрут в комментариях. В смысле? Что ты ломаешься, блядь? Чувак, прикинь, продает бизнес 8.5 кк. Это, блядь, финка. 0.7. Блядь, кому, блядь, тут финка и то 7-4 тысячи бывает. О, блядь, вот это раз, вот это заживёт. Не придирайся к финке, заебал. Дают, а бери, бьют, бери. Что-то хуй людей, блядь. У них финка 40 тысяч раз. 7, блядь. Слышишь, за сколько? За лям. А, блядь, а у меня... А, блядь, а у меня написано за 100 рублей. В смысле? Как? А, ну вот написано за 100. А, просто длинная строчка видно. Может, ты считать не умеешь? А нет, просто сверху написано за 100. И все. У меня вообще рубл написано, у меня рубл написано, не рублей, а рубл. Бля, а клуб, слышишь? Дорогие они, по 5 лямов. Блядь. Ебал, покупай нахуй. Ты хочешь, чтобы меня забанили? Ты хочешь, чтобы меня забанили нахуй? Еще перебираю, да? На туре, блядь. Бизнес возит дома нахуй, блядь. Ты сейчас не делать поспешных выводов, реально, блядь, давай поедем посмотрим что-то. Нету ничего, я тебе говорю, я ж знаю. Минимум это 2 миллиона там, какой-то бизнес, и то в Залупенске, в Ижевске где-то. И то у нас 2 лямов не будет. Да будет, блядь. Как? Ты же еще москвич мне продал. Нихуя себе, блядь, разошелся, блядь. Бля, мы сейчас просто деньги выкинем на ветер. Ты понимаешь, всех хуйню? Бля, ну сорян, ну в натуре, бля, давай поедем посмотрим. Купи, потом поедем посмотрим, заебал. Какая разница, что так, что так. Ладно, давай. Сука, наконец-то, блядь, сука, что уговаривать надо, блядь, забери нахуй бизнес. Кому сказать нахуй, ёбаный брат. Пиздец, нахуй, ёбаный брат.
Пацаны, блядь, если дарите, то связывайте его сразу, кляп рот, чтобы он забирал подарки. А то он такой перебор себе. Не, ну, бля, я хотел как лучше, знаешь, типа, чтобы не было потом, бля, денег зря выкинул. Мне похуй, это уже твой бизнес. Твои проблемы. Да-да-да. В натуре, бля. Бля, там стой, у тебя лимит был. Перекинь еще 1400, чтобы я не помышевал. Я тебе так хотел гидравлику дать. Ну, вот, видишь, как хорошо. Так, да. Сука, еле бизнес. Блядь, прикинь. А, это баг, да, такой, еще раз. Чтобы... Блядь, я думал, я сейчас бизнес не продал. N нажми. О. Все. Пиздец, еле уговорил бизнес отдать. Кому сказать, нахуй? Пиздец, такой перепорчивый я ебал. Кто, блядь, не мог тебе продать его, блядь, кто теперь не хотел забирать, так ёбки, бро. С тобой не проблема, нахуй. Блядь, надо было тебе велик подарить, блядь, и всё. Ой, что-то москвич взял. Пушка, да. Да, немножечко прихудел, блядь. На туре. Не, ну я понимаю, что бизнес прям не фонтан, но все же, блядь. Знаешь, в чем прикол? Я решил поехать зателеновать Range Rover на москвиче. Сука, блядь. Блядь. Это только ты так можешь. Подъехал, блядь. Такой смотришь. Так, Range Rover, так, что-то я другое хотел. Москвич взял. Пиздец. Я повернул, если бы ты на москвиче гидравлику поставил. Перепутал с рейнджом чисто. За 500 тысяч, да, блядь? Да-да-да. Оооо, ЕПП, блядь. Нормально, нормально. I was from the city, she was from the outside. I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror, I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.